Дорогие друзья, мы включаемся снова на финал. Кубка закрытия футбольного сезона Тарутинского района. Только что после подачи в штрафную Березинцев. Рукой сыграл Дмитрий Пакуленко. У нас были технические неполадки, к сожалению. Боюсь, что предыдущую часть первого тайма мы не увидим. К большому сожалению, это так. Ну что ж, к этому моменту первого тайма финала, в котором встречается футбольный клуб Березино и ФК Червоное. Впереди березинцы после прекрасного удара Никиты Калинина. Еще один прекрасный удар уже от Александра Желева. Толчок штрафной от Сергея Ткачи, который судья не фиксирует. Артур Желязков борется на фланге. Хороший момент был. Офсайд. Михаил Урдя был в офсайде. У нас 1-0. Повторюсь, что игрок ФК Березино Никита Калинин прекрасным ударом почти с угловой отметки закрутил мяч за шиворот, как говорится, голкиперу червонецкой команды. 1-0 впереди березинцы. У них было еще две возможности увеличить преимущество. Пока это не удалось. Финал судит Александр Юрченко, который до этого отыграл за ФК Купаранец. Ему помогает Эдуард Плах. И не вижу отсюда бокового на дальнем краю. И еще один игрок команды ФК Купаранец. С мячом Сергей Кощи не ошибается. Отрабатывает Игорь Чекан в защите. На пути к финалу обе его участницы прошли двоих своих соперников. В Тарутино играли три коллектива: ФК «Луч добра» из Тарутино, ФК «Березино», ФК «Купаранец». Это были три призера прошедшего чемпионата района по футболу. И лучше других отыграли березинцы. Они выиграли эту подгруппу. Они свели матч с тарутинцами в ничью 2-2. Затем уверенно обыграли купаранцев 4-1. И вышли в этот финал. Червонецы сыграли в ничью с высочанцами. А потом уверенно обыграли команду красного. Только что в борьбе за мяч вратарь червонецев Валерий Дойже нарушил правила. Сбил Дмитрия Арикова. И совершенно заслуженный пенальти назначает Александр Юрченко. Да еще и выписывает желтую карточку вратарю. Сейчас счет может быть удвоен. К точке подходит Александр Желев. Лучший бомбардир чемпионата района по футболу. Сегодня он уже забивал тарутинцам. Забил и сейчас. 2-0 впереди ФК Березино в финальном матче Кубка закрытия Тарутинского района по футболу. Ритуал от Александра. Это его обычная фишка. Он забирает мяч, прячет его под майку и приветствует болельщиков. 2-0 в пользу березинцев. Червоному нужно отыгрываться. ДД на Пакуленко. Михаил Мильчев с мячом. Подрабатывает себе.
Сергей Кощи, опытнейший ветеран, разбирается с Желевым. Коваржик, Мильчев. Постепенно ребята перебрались на половину Берзинцев. А вот Михаил будет выбрасывать его. Петр ДД. Мяч отобран. Калинин. Пас на фланг Желеву. Тот сохраняет мяч. Анатолий вновь борется до конца. Продавливает. Мяч не вышел. Играем дальше. Нет, Юрченко показывает, что придется вводить аут. Мильчев на Иванова. Кощи перехватил мяч, но, к сожалению, получил по ногам. Андрей Желев сыграл неосторожно. Просит извинения у ветерана. Правильная позиция. Нарушил правый, извинись. Виктор Янчев разбегается для штрафного. Подача. Губогла. В борьбе со Стояновым Дмитрий Пакуленко выбивает мяч за лицевую линию. Первый тайм завершен. Со счетом 2-0 впереди команда ФК «Березино». Включимся на второй.